Ой, прилужку, прилужке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. Созвездие Плюс. Дети детям. В Иванове проходит первый всероссийский благотворительный фестиваль. Средства на реабилитационное лечение Марусе Кашиной и Дане Галкину помогают собрать ребят из Московской театральной школы Олега Табакова. Во вторник молодые актеры пообщались с прессой и учениками образовательного учреждения «Гармония». Каждый год школа Табакова набирает курс 24 человека. Это выпускники 9 классов со всей страны. Учатся, репетируют и проживают они в одном месте – в стенах театрального колледжа. Даже если вы из Москвы и живете даже на соседней улице, то это задумка главного мастера Олега Павловича, что погружение полное должно быть и соединение. И даже те москвичи, говорю, если они живут даже на соседней улице, они все равно живут в колледже, они все вместе, не как единый организм, как единое целое. До выпускного курса успешно доучился Андрей Хисамиев. В школу Табакова юнош приехал из Иваново. Теперь играет Чичикова в «Мертвых душах». Эту постановку ребята называют визитной карточкой, дипломной работой. Ивановский зритель сможет поставить свою оценку актерам 14 декабря. Я написал инсценировку Лера Заледа. Приехал на третий курс и собрал всех ребят уже. Отбор в школу Олега Табакова достаточно строгий. Конкурс на первом этапе – около 2000 человек на место. График обучения рассчитан на самых выносливых и влюбленных в творчество. Помимо предметов школьной программы – дисциплины, связанные с актерским мастерством. Смотрим темперамент. Я к коллегам, да, обращаюсь. Темперамент, умение тут же материал под себя подмять, переработать, выполнить какие-то задачи. Ну, общие критерии отбора в творческие заведения. В Иваново ученики Табакова привезли 3 спектакля. Для местных театралов это настоящий подарок. Из-за плотного графика ребята не часто выбираются на гастроли. Однако отказаться от участия в благотворительном фестивале просто не смогли. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ «Иваново».